Сегодня суббота, всем здравствуйте. Завтра мы уезжаем, поэтому у нас сегодня мегауборочный день. Да, может, вот к этому заборчику поставим? Он хорошо будет стоять здесь. И не будем мять дамский виноград. Давайте, берем. Кто берет с той стороны? Я. Понесли. Заворачивай. Куда? Заворачивайте, заворачивайте. Вот к этому заборчику. Оп. А тут на зиму будет? Нет, ну на зиму его сдуем. Чего вы с ума сошли, что? Так. Вот это возьмите, вот эти пустые. Это к мусорке туда поставьте, к крыльцу. Возьмем. Две, давайте. Что вы боитесь? Они просто грязные, пластмасски. Соня, еще одна. Одна. Сонь! Какая разница, кто их возьмет? Слушайте, девчонки, пошлите. Куда ты, Соня? К крыльцу. Ну ты ничего не слышишь, потому что голова-то занята одним и одним. Ну, вот. Так что... приводим все в порядок. Столик поставьте вот сюда за лавочку, как у нас он был. Видите, все игрушки все убрали. С песочницы тоже. Везде все. Вот это зачем бросили на землю? Просто. Тем временем я залегла в кровать. Под двумя одеялками. Под теплым, под тонким. Включила обогреватель. Лёшку попросила, чтобы он мне включил. Говорю, подгони мне его прям под попу. Я пока вылезать не собираюсь. Что-то прям резко как-то раз и замерзла. Очень-очень. Из-за освещения разного цвета у вас. И краснее. Стыдно, наверное. Ой, какая я малиновая. Очень стыдно. Ой. Интересно, тут вся вода впиталась? Да, впиталась. Не знаю, для чего это нужно. Мама, смотри. Это по комбейн, комбейн. Хит. Мама, красивая. Красивая. Мама, наполовину. Еще до темноты, уже темно, правда. Но все равно там с освещением еще корзину яблок. Не коричневая, а там у нас, я даже не знаю, как она называется, красные-красные, такие вкусные, они ранние. Наковыряла. Нелегкая эта работа. Ох, нелегкая. Завтра все покажу вам. Чем насобрала еще завтра. Все мокрое, сейчас умылась. На улице прохладно, и в кофте у меня тут. Надо собирать тену и делу. Всем привет! У нас уже почти 4 часа дня, воскресенье. Мы
собираемся в Москву выдвигаться. Все поделали. Ничего не снимала, потому что у нас Саша ночью рвота была всю ночь. Нас рвало. И утром, в принципе, еще рвало. Но хоть интервалы стали больше, мы смогли поспать. Мы спустили бассейн. Мы высушили его и убрали. Мы... Вчера собирала я яблоки. И сегодня мы это делали. Я бегала между Нусякой и яблоками. И вообще между всем. Сейчас покажу. Натянули под эту яблоню вот такую сетку. Вот тут хорошие яблоки красные. А смотрите, какое-то яблоко красное в сетке. Шикарное! О, бери его. Видишь, пока мы ходили, одно поймали. А, ой, какое красивое яблоко. Да? Да, только мне надо зарядку. Ну, прилично уже. Это самое рекордное время. Час 4. Часов 5, наверное. Около 5 часов. 2 часа у нас было. 3 часа. Да, 5 часов. 5 часов. Я молодец, мама. Да, мой зайчик, умничка. Не хотелось. Это хорошо. Что папа купил, очень хорошо помогло. Да, Матилиум папа ездил утром сегодня. Самая хорошая штучка. Мы его еще дома выпьем и попробуем покушать что-нибудь. Да. Мне хоть бульончик только. Да, как, конечно. Кашку овсяную. Да. Битком мы нонче едем. Мам, да. Машин. Пуск подходит к концу стремительно. Финишируем. Сейчас папа переоденется, все закрыт. Лёш, счетчик сфоткал? Молодец. Баба, это вот этот мотоцикл, папа. Он, наверное, мусор взял. Так, это все, это весь мусор? Я беру его себе в ноги. Ну все. Отпуск. Невзирая на боль в спине. Сегодняшнюю ночь мы до 5 вообще не спали. Потом у нас хоть интервалы появились, мы хоть начали проваливаться в сон. Вот. Невзирая на все это, все хорошо. Осталось заехать на дом. Вот. Ждать выходных. Выходных. Приедем. Что, коточки? Все хорошо? Классно! Все хорошо. А мама, дай мне мой планшет. Вот там. Ага, точно. На заезжали. Вот там валяется. На торпеде. Настя. Сейчас папа закроет. Мама, эта зарядка до меня дотянется? Не знаю. Сейчас попробую. Поиграть. Сейчас попробую. Настя, я планшет разбатываю. Так, все, папа сейчас закрывает. Отправляемся домой. Ну, Сяш, следи за своим состоянием. Настюшенька, слышишь? Угу. Настя, если жарко, кофту можешь снять в машине. Я сняла, пусть не жарко. Вот. Настя, подойдешь на эту автобус? Я все, ты домой. Всех кадров. Иду. Лёшка еще сегодня покосил даже. Все. До пятнички.